А в зал вошла девушка. Это было несколько неожиданно, но я почему-то... Как бы, ну, наверное, ползала и весь зал. Как ты сюда вошла? Как ты сюда вошла? Зал обращается, ключ съешь. Ты
возможность. Я даже ощутила, почему же я сижу-то? Боевой очень сильный. И удерживала то, что у меня на руках ребенок. Что Аслан сидел на балконе. И потом он какому-то своему другому чеченцу, который был в квартире, курил.